И первый в синий угол ринга. А добро пожаловать, боец из Украины, Богдан Котлофянов! А в красный угол добро пожаловать, боец из Узбекистана по прозвищу Black Нурсултан Рузибоев!
Представляем вам соперников и первым бойца в синем углу. Ему 31 год, рост 186 сантиметров, вес 84,4 килограмма. Его профессиональный рекорд – 10 побед, 8 поражений, 6 побед, одержаны досрочно, дамы и господа, из Днепропетровска, Украина, Фотон, Богдан Котловянов. Его соперник в красном углу. Бойцу 27 лет, рост 188 сантиметров, вес 84,3 килограмма. Его профессиональный рекорд – 28 побед, 8 поражений, 2 ничьих, 26 побед одержаны досрочно. Представляющие бойцовские клубы «Ахмат» и «USB Patriot» из Ташкента, Узбекистан. Фотон, достойный сын узбекского народа Нурсултан Блэк Русипаев. Рефери поединка Максим Протасов. Рефери поединка Максим Протасов остановил бой через минуту и 3 секунды первого раунда удушающим приемом. Победу одержал Нурсултан Блэк Русипаев, Узбекистан. И аплодисменты его сопернику из Украины Богдану Котловянову. И памятное фото, Богдан. Hammaga meni qo'llab-quvvatlagan kelgan Qirg'izistonli, O'zbekistonli hammaga rahmat aytaman. Xudo xolosa bundan keyin ham O'zbekiston bayrog'ini ko'tarishga harakat qilamiz. I hozir meni ko'rib o'tirgan O'zbekistonda endi balet qilib turgan hammaga rahmat aytaman. Trenerlarim Qodirov Nodir aka, Jiyanov Bekzod aka, Sardor akamlarga rahmat. I bega kelishimga meni qo'llab-quvvatlagan Marg'ilonli akalarimiz bor. Muhammad Ali akam bilan Habibillo akam i Qo'qonli Javohirga rahmat aytaman. I vazmoz bergan Aleksandr Guryanovga rahmat aytamiz. Xudo xolosa
Bundan keyin ham yaxshi natija ko'rsatishga harakat qilamiz. Qirg'iziston, O'zbekiston, olg'a! Ahmad Silov!